Говорит Хафиз ибн Хаджар, хадис под номером 160. «Ван Джубейр ибн Мут'има, радиаллаху анху, кал». Пришло от Джубейра ибн Мут'има, радиаллаху анху, то, что он сказал. «Кал Расулю Аллах, саллиллах ассаляма», сказал посланник Аллаха, саллиллах ассаляма, «Я бани Абди Манаф». «О племя Абду Манаф». «Ла тамнуа ахадан тафа би хазаль бейт ва салла айя тасаатин шаа мин лейлин ау нахар». «Не запрещайте никому, кто пришел сюда и совершает таваф вокруг этого дома», то есть бану Абди Манаф, кто такие? Жители Мекки, так или нет, которые несут ответственность за Каабу и так далее. И говорит, не запрещайте никому, которые захотят совершать таваф вокруг этого дома, а затем совершить намаз, не запрещайте им делать это, в какое бы время это ни было, дня и ночи. Так или нет? То есть в любое время, когда они захотят совершить намаз, после того, как сделают таваф, не запрещайте им это, будь то днем или ночью, в любое время. Раваху аль-Хамса, этот хадис приводит пятеро, ва сахаху ат-Тирмизи ва Ибн Хиббан. И этот хадис посчитал достоверным имам ат-Тирмизи, а также Ибн Хиббан. Говорит шейх Мухаммад Хизам, хадис он сахих. Этот хадис достоверный, его иснад достоверный, и посчитал его достоверным имам Ал-Албани и имам Аль-Вадия. Итак, шейх Мухбиль и шейх Албани посчитали эти хадисы, этот хадис достоверным.